Всем привет! Сегодня готовим маково-творожный пирог. Он очень вкусный, понравился всей семье, поэтому делюсь рецептом с вами. Начнем с начинки. В сотейнике смешаем молоко, сахар, мак и сливочное масло. Ставим кастрюльку на огонь и доводим до кипения. При этом смесь постоянно помешиваем. Смесь закипела и теперь вводим манку. Вводим по чуть-чуть, чтобы манка не схватилась комом. Хорошо перемешиваем и ставим в сторону до остывания и набухания манки, минут на 10-15. К творогу у меня 9%, добавляем яйцо и блендерим. Для аромата добавлю цедру лимона. Теперь соединяем с мангой и хорошо перемешиваем. Начинка наша готова. Подготовим тесто, оно готовится проще простого. Для этого в блендере соединяем холодное сливочное масло, муку, сахар и соль. Смешиваем короткими импульсами. Должна получиться вот такая крошка. Выпекать буду в форме 20 см. Низ застелила фольгой. И теперь на дно отправляю половину крошки. Немного утрамбовываю. Сильно не нужно, иначе низ будет жестким. Теперь творожно-маковая начинка. Распределяю и засыпаю остатками теста. Выпекаю при 180 градусах 35-40 минут. Сверху пирог подрумянится. Необходимо дать пирогу полностью остыть, потому что в горячем виде он очень хрупкий. Пирог остыл и теперь нарезаем. Пирог остыл, нарезаем и зовем всех к столу. Приятного аппетита!